Всем большой привет, друзья! Сегодня готовим вкусную, сочную, нежную, ароматную куриную грудку. Зачем покупать вредную магазинную колбасу, когда можно дома приготовить такое замечательное мясо? Готовится такое мясо очень просто и очень быстро, смотрите сами. Помытую грудку сушим с помощью салфеток. У меня две дольки по 250 грамм, подойдет и грудка индейки. Слегка отбиваем с двух сторон. Обжариваем мясо на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Немного поперчим, соль добавлять не будем, так как будем использовать соевый соус. Добавляем 100 мл соевого соуса и столовую ложку лимонного сока. И тушим минут 5-10 под крышкой до испарения жидкости. Периодически грудку переворачиваем. Огонь должен быть минимальный. Такое мяско можно приготовить к любому гарниру, на бутерброды и даже на праздничный стол. Посмотрите, какое сочное мясо получилось, а запах стоит просто не передать словами. Это надо попробовать. Если вам рецепт понравился, тогда поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями или напишите комментарий. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.